Это Чуйская долина. Мы продолжаем наше путешествие к старому городищу. И одной из достопримечательностей Кыргызстана – это башня Бурана. Вот. Это дорога, которая ведет именно к башне. Вот. Вы можете ее увидеть. Это яблоневые такие аллеи. Это снова ирригационная система, бетонные лотки, которые используются для орошения полей. Очень много зелени. Поля буквально залиты солнечным светом. Очень красиво. Если вы посмотрите, то сейчас вы видите горы, которые находятся уже. Это казахские горы, это Казахстан. А с другой стороны, это горы Тяньшаня. Вот солнце засвечивает их немножко. Но видно, что они гораздо выше. И там еще наверху лежат снежные шапки. Читают они здесь? Не пойду. Громче ори. Да ничего, уже не хочу. Это истинный. Что ж ты сразу? А я уже снимаю. Это не знаю что. Но это не простой холм. Это явно какие-то огромные сооружения незакупанные. Ой, не буду я сейчас. Да? Bunlar şey mi? Taş tarihi olsun. Thank you.